3. Игра началась. Смотрим. Какой удар! Поднимает флажок боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Колман. Пирло. Тут может что-то получиться. Вратарь в нужном месте оказался. Колман. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Момент для удара. Судья показывает на угол поля. На коротке решили разыграть угловой. Опасно! Чуть выше мяч прошел после этого удара. Он здорово пробил. И если бы смог чуть опустить мяч, вратарю было бы очень непросто этот удар отразить. Это может быть опасно. Пирло. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Папастатопулос. Удар! Опасно! Бей и выводи команду вперед! Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Очевидная ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. 1-0 в нашей игре. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Де Росси. Пас назад. Ну-ка, и это удар! Неплохая попытка сделать парашютик, вот только к месту ли она была? Но раз не реализовал, думаю, нет. Можно было бы, наверное, что-то более эффективное придумать. И пас обратно. Скучновато. Есть игрок впереди, пройдет передача. Это может быть опасная атака. И подает штрафную. Мяч ушел на угловой. Хозяева выигрывают, а игроки и болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Де Росси. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне.
Это может быть опасно. Ба. Де Росси. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Посмотрим за этой атакой. Насри. Ушел мяч. Аут. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вот это удар! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Де Росси. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отскок в поле от перекладины. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Ба. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Пирло. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Колман. Пас на ход партнеру. Может получиться интересная атака. Выбит мяч из штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Уходит команда. Начинается второй тайм на Парк де Пренс. Тут может что-то получиться. Пирло. Удар! Достает голкипер. Отличный удар! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Очевидная ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. Счет снова равный. 1-1. Папаста Топулос. Пока неплохо. И это удар. Айда голкипер! Айда молодец! Мяч уходит на углову. И эта подача, судя по всему, под удар с лета. Без труда спасает вратарь свою команду. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Ба.
Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Де Росси. Это может быть опасно. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пол команды обыграл. Получает он эту передачу, может быть опасно. Штрафной удар. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? 30 минут играть осталось. Надежно играет защитник, атака прервана. Де Росси. Спас он своих, блестяще сыграл. Это может быть опасная атака. Вратарь без проблем справился с ударом. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Насри. Отлично сыграно, надо решать. Может быть интересно. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. И команда, которой сегодня предрекали поражение, а кое-кто и крупная, выходит в лидеры. Но время-то еще есть, и если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Насри. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой. Без грубой вратарской ошибки мяч с такой дистанции в ворота не попадает. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Де Росси. Это опасный штрафной. Судья не приклонен. В такой ситуации желтая — это еще не самый худший вариант. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Отобран мяч, надо возвращаться. Команда проигрывает один мяч, и посмотрим, что они придумают с этого углового. И вот место подачи — розыгрыш углового. Мяч в штрафной еще, может быть опасно. Это шанс, забивай! Рано начали радоваться, вне игры же.
Насри. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Де Росси. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пирло. Насри. Это может быть опасно. Ну же, последняя атака. Не умерла еще надежда на спасение. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? 3 минуты будет добавлено. Папаста Топлс. Скидка назад. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. На ближнюю подача. Вот это да! Кто бы мог подумать, что им удастся сравнять счет? И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Ну что же, фиксирует арбитр. Отличный удар. Гол. Сравняли они счет. Отлично разыграли момент. Может быть интересно. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Мяч в штрафной еще. Может быть опасно. Это шанс. Забивай. Рано начали радоваться. Вне игры же. На ближнюю подача. Вот это да! Кто бы мог подумать, что им удастся сравнять счет?